Game on! Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня у нас будет вот такая вот карта. Жесткие границы там любят худоги. Сегодня мы попытаемся сходить и накормить их. Кстати, зацените мальчика, видели? От Суперсолона. Кайфовые, да? Но если хотите увидеть полную распаковку, что там было, потому что тут дофига чего, сейчас все показывать не буду. Обязательно залетайте в телегу, там все есть, я вам показал там. И обязательно закидывайте лайк, потому что сегодня будет очень жесткий ход. Хот-доги должны были помочь против тиминга и спасти этот мир. Мир ШД, крысы, Бравл Старс. Но так вышло, что только хуже от этого стало. Хила нету, толпой давит. Поэтому сегодня попытаемся кого-то там из тиммейтиков найти, чтобы кто-то хоть помог и вместе задавить их. Как вы знаете, я также записываю другие игры, помимо BS, но я очень люблю погонять в игре, и у меня есть идея, как можно это сделать по-новому. В этом мне поможет беспроводной игровой геймпад Easy SMX, который можно подключить к смартфону, ПК, PlayStation или TV-приставке на Android, а также Nintendo Switch. С простым подключением по кабелю или беспроводной связи 2,4 ГГц не придется тратить уйму времени на сети. Геймпад имеет классический, но крайне удобный дизайн с серебристой поверхностью для плотного контроля игрового процесса, а также специально разработанные M1, M4 кнопки с возможностью настроить геймпад под себя с максимальным удобством. Со встроенным асимметричными моторами двойной вибрации, которые работают на 5 уровней интенсивности, ты сможешь прочувствовать все самые топовые моменты игры, будь то захватывающий экшен или ужасный хоррор. Стики управления на 360 градусов, эргономичный дизайн, широкая совместимость и регулируемая LED-подсветка не оставят тебя равнодушным к этому геймпаду. Так что залетай по ссылочке в описании в ТГ-канал официального дистрибьютора Easy SMX M-Gadget и чекай все гаджеты и самые последние новости. Так что присаживайся поудобнее. Я начну, наверное, с Грея. Это тоже не маленькие кубки, но у меня есть для вас. Стоп, я не туда пошел. Ладно. Тут хил. Ладно, давайте одну сыграем. Нифига, тоже Грей. Откуда ты это взялся? Тут Грей мета, что ли? Я эту карту ни разу не играл. Я хот-доги чуть-чуть тестировал, бегал на BB косарь плюс. Но, признаюсь честно, на BB такой себе. Я понял, что там сейчас микс, не только мейк. Поэтому... Кибермов не удался. Эй! Ладно, отправляемся туда. Нам этот режим не нужен. Все, жесткие границы. Узончик разгоняется, погнали. Мэг, Бонни, Джанет. Брок. Нифига. Нифига. А чё ты меня стреляешь? Ладно, проси. Тут все свои, что ли, или что? Здорово. Так не стреляй. Вот, худог, забери на. Фигачим этих роботов. In my flow. Давайте кого-нибудь вытяну. Интересно, а как это сработает? Thank you.
Ой, здорово. Что тебя там жестко гасит? Спасибо. Живи, живи. Улетай куда? Я тебя не брошу. Леончик там еще. Ну тут план без шансов. Гоним дальше. Нашу Бонни потеряли, там всех потеряли. На эту качку роботы победили. Восстание произошло. Так что? Что по имени? Карл, иди нафиг, а. Ух, ё-моё. Вот это кофейня заехала. Найс. Забирать. Да, нигде хот-догов нет. О, есть, есть. Дай возьму. Спасибо, Дамир. Спасибо, поделился хот-догом. А где еще один? Дым ушел, что ли? А, настрой остался, ё-моё. Я думал, у нас четверо уже. Окей, ну... Сейчас начнется рубилово. Ждем, ждем. Давайте робот собьем, чтобы по-честному было. Ладно, народ, мы... Ну, конечно, одна машина была не за восстание, так сказать. Она была против роботов-машин, поэтому затащить получилось. И вообще момент такой, что здесь вот в хот-догах либо ты найдешь невероятно жесткого перса, который в соло можешь всех разваливать, заберешь много банок, у тебя еще будут удачные моменты, и ты сможешь их в соло загасить. Либо же ты кого-то должен команду искать, потому что без отхила это вообще анрил. Тебе хот-догов не дадут и шансов не оставят. Такие делишки. Окей, отправляемся. Теперь живи с этим, бро. Банки все забрал, деловые, блин. И пошел такой.
Ладно, давайте Пайпер возьмем в тему. Я бы мог залететь в него. Забираю ходок, не буду крысить. Не, если он меня прыгнет, то ничего страшного не будет. Он на мак полетит, да? Запомни, Лола, я тебя мог добить, но не стал. Изи? Заскамер? Найс. Чё, ты сейчас вообще на изи было? Ну, хоть одного достойного напарника возьмешь, все, можно раскидать изи. Ну, давайте Лолу тогда выкидывать, не знаю. Все-таки мы с Пайпер самеску раньше оформили. Так уже по-честному, давайте уже будем. Хорош. Детектив немного разобрался с этими роботами. Давайте попробуем одну сделать на очень больших кубасах. Ту же Бибю я возьму, немощного перса. И давайте вам покажу, что с ней происходит. Такие качки. Погнали. Окей. Лютая заруба. Что у нас? Два Барли Мортис, Биби. Нифига, Биби, вижу. Вот здесь вообще ты просто бесполезно бегаешь и откисаешь просто. Хоть, конечно, гаджетов чуть есть, можно похилиться. Так, ищу Честера где-то оказался. Так. Биби, погнали! Биби гэнг! Чистая банда! Ну, как-то жалко его крысу, он тут не атакует даже, не знаю. Так, у меня тут кофейня есть, запасы. Отошел от моих хот-догов. На, забери тот. Один тебе дам, с тебя $10. Вот так вот и устроили ресторанчик свой. Сейчас. Сейчас устроим руку. Ниндзя Гугл. Фига чего? Ах ты крыса! Дай ходок! Ладно, ладно, топ 4. С учетом того, что нам лопаты дали, но мы ходок нормально поели здесь. Правда, кубка совсем не апнули. Но, в общем, как вы поняли, здесь...
Лучше бы этот хот-дог режим не создался, потому что здесь, если апаться, то только вот девятером бегать и давить. Ну, либо хотя бы двух достойных взять там и загасить всех. Но если против вас будет там 8 роботов, но вы вдвоем там ничего не сделаете. Даже 7 на 3 очень тяжело будет. Тем более эти роботы еще и новую фазу имеют, потом обратно в ульту могут вернуться и так далее. Поэтому с вами был Иван, с вами была охотка на хот-дога едов. Так что всем удачи и всем пока.